Приветствую всех зрителей и подписчиков криптоблога Лора Дэвис. Несмотря на первоначальный замысел своего создателя сделать альтернативу фиатной валюты, криптовалюты в наши дни все-таки используются в основном в качестве торгового актива. И сделки по покупке и продаже осуществляются на специализированных площадках – криптовалютных биржах. Хотя сейчас, с развитием криптоиндустрии, платформ, которые бы выполняли исключительно функцию биржи, остается довольно мало. В основном они представляют собой многофункциональные площадки с широким набором возможностей. И сегодня я бы хотел рассказать вам об одной из таких многофункциональных платформ, которая называется InnoNomo. На ней вы сможете покупать, хранить, переводить, обменивать и приумножать как криптовалюту, так и фиат. Для удобства пользователей сервисы от InnoNomo распределены между тремя платформами. InnoNomo Wallet отвечает за хранение, покупку и передачу валюты. InnoNomo Marketplace – это биржа для трейдинга. А InnoNomo Trust позволяет совершать инвестиции. И для начала я бы хотел рассказать о кошельке InnoNomo Wallet. Потому что, на мой взгляд, это самая крутая фишка данной платформы. В данном кошельке вы сможете хранить более 30 видов криптовалют и токенов. Пополнение осуществляется простым переводом на номер кошелька. Однако все транзакции проходят через встроенный миксер, тем самым скрывая изначальный адрес отправителя транзакции. Это дает возможность пользователям оставаться анонимными и сохранять свою приватность. И хоть кошелек InnoNomo Wallet и является так называемым горячим хранилищем, безопасность в нем реализована на высшем уровне, потому что средства пользователей надежно защищены мультиподписью со множеством ключей, некоторые из которых хранятся на устройствах без доступа к интернету. Поэтому риск хакерской атаки или диверсии со стороны сотрудников сведен к минимуму. Помимо криптовалют, вы сможете хранить в кошельке от InnoNomo также и три фиатных валюты – доллар, евро и рубль. Пополнять фиатный баланс кошелька InnoNomo можно через банковские карты, платежные системы Payeer, Advanced Cash и Perfect Money. А российский рубль можно дополнительно вводить еще и через Kiwi кошелек. Причем вся система полностью автоматизирована и пополнение кошелька происходит мгновенно и без комиссий. Выводить же фиат можно на Payeer и Perfect Money в течение нескольких дней. Ну, таковы уж ограничения платежной системы, к сожалению. Или мгновенно снимать рубли на Kiwi кошелек. А криптовалюты выводятся мгновенно по всем направлениям, лишь с небольшой задержкой на подтверждение от майнеров. Но хранение множества валют – это не единственная возможность InnoNomo Wallet. Также в нем вы можете совершать мгновенную конвертацию любых валют между собой. Причем можно как менять крипту на крипту, так и крипту на фиат, и даже фиат на фиат. А еще внутри системы InnoNomo имеется возможность перевода средств между пользователями, мгновенно и без комиссий, просто указав биржевой адрес кошелька получателя. Именно такой большой функционал делает кошелек InnoNomo Wallet одним из лучших криптокошельков в моих глазах. Но, разумеется, кошелек – это не все. Также у InnoNomo имеется своя собственная криптовалютная биржа, с которой и пошло начало проекта в далеком 2018 году. Торговать на бирже InnoNomo Marketplace вы можете всеми валютами, которые доступны в кошельке InnoNomo Wallet. Причем торги осуществляются прямо с баланса кошелька. Биржа InnoNomo подойдет как новичкам, так и профессионалам. Новичкам понравится простой интерфейс, в котором на видном месте находятся только самые необходимые базовые функции, а профессионалов удивит широкий набор торговых инструментов, который грамотно расположился в различных выпадающих окнах, чтобы не отвлекать внимание на себя. Так, например, встроенный в торговый терминал InnoNomo график имеет только свечи изменения цены и объемов и меню выбора периода отображения. Но всего в один клик можно переключиться на график от TradingView, в котором уже присутствует продвинутый инструментарий для анализа рынка. С ордерами на InnoNomo Marketplace похожая история. На видном месте находятся стандартные типы ордеров – Market, Limit, Stop и Stop Limit. Но нажав на кнопку «Дополнительно», появится окно с более подробной настройкой ордеров,
в котором можно прописывать теги Take Profit и Stop Loss, устанавливать время закрытия лимитных ордеров и создавать связанные ордера. Если же говорить об основных биржевых показателях, то количество торговых пар на Inonomo очень большое – несколько десятков. Объемы тоже довольно высокие – по нескольку сотен биткоинов или по нескольку миллионов долларов на основных направлениях. Помимо суммарных данных об объемах по каждой валюте, более подробная информация о них расписана в истории ордеров и биржевых стаканах, которые тут являются очень глубокими и подробными. И помимо прочих преимуществ, биржа Inonomo является очень выгодной для торговли. Спред при торгах здесь очень узкий. За время моего использования биржи лично я не замечал, чтобы в долларовых парах спред переваливал за величину в 1 доллар. Комиссии же на Inonomo составляют 0,07% для тейкеров и 0,06% для мейкеров. Однако комиссии тут являются прогрессирующими, то есть динамическими. Чем больше у вас объем торгов, тем меньшую комиссию вы платите. Доходит до того, что достигнув объема в 120 миллионов долларов, комиссия для лимитных ордеров станет нулевой, а для тейкеров будет составлять лишь 0,04%. И так вплоть до объема в 500 миллионов долларов, когда комиссия для мейкеров вообще переходит в отрицательную зону. Теперь же давайте поговорим об инвестициях на Inonomo. Сервис Inonomo Trust позволяет вам совершать вклады под доверительное управление в три различных пакета – Water, Fire и Earth, что переводится как «вода», «огонь» и «земля». У каждого из них своя минимальная сумма вклада и свой срок, который также зависит от инвестируемой суммы. Прибыльность по вкладам хоть и является невысокой, зато такой вид инвестирования является полностью пассивным. Большим удивлением для меня оказалось то, что вся статистика по вкладам в сервисе Inonomo Trust предоставляется максимально честно и открыто. Например, если за какой-то период вклад принес не прибыль, а убыток, то есть ушел в отрицательную зону, это будет отображено в статистике Inonomo Trust, чтобы инвесторы могли видеть всю картину и оценивать свои риски и возможности. Помимо доверительных инвестиций на Inonomo, как и на многих криптобиржах сейчас, вы можете участвовать в IEO, то есть биржевом предварительном размещении токенов. Платформа обеспечивает честность и надежность активов, размещаемых на ее платформе, и большая часть инвесторов, принимавших участие в IEO на Inonomo, всегда выходит в плюс. Например, сейчас вы можете видеть на графике курс крайней криптовалюты, которая проходила распродажу на Inonomo. Это криптовалюта TYD. На графике видно, что от изначальной цены инвесторы вышли в плюс более чем на 50%. Отчасти благодаря страховочной поддержке от разработчика монеты и самой биржи Inonomo. И напоследок скажу о еще одной возможности заработать на платформе Inonomo. Это партнерская программа, с которой вы сможете получать до 50% от торговой комиссии ваших рефералов. Также получать некоторый процент от суммы их инвестиций и от их инвестиционной прибыли. Но тут показатели уже зависят от каждого конкретного инвестиционного плана. Выплата происходит каждую неделю в той валюте, которой пользовался ваш реферал. А бонусом для моих подписчиков является то, что создав аккаунт по моей партнерской ссылке, вы получите скидку в 10% на торговые комиссии на бирже Inonomo. Скидка предоставляется на срок в 90 дней с момента регистрации. К тому же, все сервисы от Inonomo, кошелек, биржа и инвестиционная система работают от одного аккаунта. Регистрация осуществляется очень просто. Вам нужно только указать и подтвердить свой номер телефона, придумать пароль и включить двухфакторную авторизацию. Подтвердить свой номер телефона можно, приняв автоматический звонок, или и вовсе совершить всего пару кликов, подключившись к регистрационному боту от Inonomo в Telegram. Процедура верификации на Inonomo отсутствует, поэтому сразу после регистрации вы сможете пользоваться всеми возможностями этой многофункциональной платформы. Хранить, обменивать, переводить и инвестировать как криптовалюту, так и фиат. Поэтому не теряйте времени, переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на Inonomo.
А с вами был Криптоблог Лора Дэвис. До новых встреч!